Большая ошибка этого магазина. Это, кстати, Боха. Но это как-то не очень удобно. Они при входе на тулылы-натулылы. Друзья, всем привет, я Карина, и сегодня я вас поведу на экскурсию в новый секонд-хенд для меня, который я недавно для себя открыла в первую очередь, потому что я встречала в комментариях, девочки писали, что «Карин, есть такой секонд, сходи, посмотри». Пошла, посмотрела. Нашла этот секонд я совершенно случайно, потому что поехала в Баул, и рядышком, буквально в одном здании, я увидела какую-то новую вывеску для себя. Там она вся такая яркая, красивая, разноцветная, много скидок, хорошие цены. Ну, все как обычно. Зашла посмотреть. Сам по себе секонд очень большой, все аккуратно там висит, довольно чисто. Единственное, что я не была в примерочных, и примерочные, я не знаю, какие по удобству. Но мне вот почему-то кажется, что там на уровне не баула все, и свет достаточный для того, чтобы увидеть на себе вещь, и примерочные должны быть чистые. Сколько хожу по секондам, и на самом деле эти вот секонд-хенды, да, современные, большие, огромные магазины, гипермаркеты именно, они намного чище, примерочных чище, чем в торговых центрах, в бутиках. Не валяются эти вот куски пыли, знаете, когда пыль уже сбивается в куски, в клочья. То, что я могу наблюдать, и неоднократно наблюдала в торговых центрах, в таких часто посещаемых магазинах, как Бершка, допустим, да, и наподобие этой Бершки. А в секондах я такого не видела. Ну что, готовы? Заваривайте, идите чай, ставьте на паузу, делайте чай, берите печенюшку, хотя стоп, печенюшку не нужно, потому что скоро лето. Просто чай. Пейте просто чай и желаю всем приятного просмотра. Вот так он выглядит, хип-хоп, одежда из Европы, обновление товара в пятницу завоз. Тут по принципу, как в Бауле, тоже вещи, очень похожи, что эмблема. В Бауле спрашивала, родственники ли они им, сказали, что просто косят. Вещи, в принципе, неплохие, можно что-то найти, выбор очень большой, смотрите. Огромный просто магазин, и джинс полно, и там шапки есть для дома, также есть разные шторы, тюли. Можно... Ты тут? Я хочу платье присмотреть. Платье? Да. Ну пусть. Ой, смотрите, какой классный регланчик. Да? Да, но тут, конечно, джинсы там вообще. Нет, да? Там вообще такие протертые. По качеству. Вельветовые. Ой, такая, мне так нравится эта вот ткань. Это акрил, да, по-моему, шерсть. Он да, такая да. Приятная, мягкая. Классические разные такие без рукавов платья есть. Вот, ну да, по качеству здесь, конечно, по качеству здесь уступают Баулу, как по мне. Такие старые модельки. Кто любит ретро? Вот такая вот коричневая клетка, пиджак. А, значит, кстати, тут какая-то вот бирка есть. Цена 6 евро. Ценников, кстати, здесь, по-моему, нет, если я не ошибаюсь. Возможно, это вещи на вес. Да, по-моему, это вещи тут только на вес. Потому что ценников на ценники не висят на вещах. Полосочка. Обожаю полосочку. Ну, такое, знаете, все выстиранное уже. Вот, выстиранное. Если сильно искать, можно что-то найти. Значит, тут зал был на вес, а здесь уже с ценниками. И здесь есть даже брендовые вещи. Допустим, Том Тейлор, смотрите. Такая интересная кофточка. Необычная. И есть также вещи с бирками, что очень хорошо. Вон, допустим, кофточка Only. Очень даже неплохая. Состояние новой кофты. 120 гривен и скидок нет, отступает на кассе. Вот. Футболки, вот смотрите, 120 гривен тоже на кассе могут уступить. Состояние футболки хорошее, ну помятое немножко, а так в принципе неплохо. Такая интересная маечка, футболочка. Кстати, вот 120 гривен тоже. Здесь, кстати, уже больше новые вещи. Ой, это интересная в краске, 150 гривен. Очень даже неплохая. Блузки. Оливер, смотрите, какая классная шифоновая блузка. Значит, это шифон, а вот этот трикотаж, рукава и тут. Базовая такая вещичка. Эта ткань очень милая, приятная. Видите, поспешила с выводами, все-таки, да, то зашли мы на самые-самые такие дешевые
варианты. Вот эта офигенная кофточка мне нравится. И цена ей 120 гривен. Такое ощущение, что здесь все по 120. Хаки. Смотрите, натуральный свитерочек. Такой он колючий-колючий, но теплый. 150 гривен. Он очень колючий, но в то же время знаю, что такие вещи очень теплые. Тут уже катышки есть, нужно поудалять. 150 гривен, но я брать не буду. Мне очень цвет нравится, цвет классный. Тоже из натуральной нити. Кстати, довольно популярный, известный бренд. Вот, цена этому свитеру 200 гривен. Но поверьте, он того стоит. Он такой теплый, плотненький. Хомут. Да, девочки пишут, что хомут уже не в моде, но я, знаете, больше как бы практичность, что можно надевать шарф какой-то, а под горлышко всегда зимой это очень удобно и полезно. Поэтому кому как. Это уже 180 гривен, такое удлиненное платье из хлопка с китицами. Такие китицы. Это, кстати, боха. Я недавно вещь покупала. Тоже боха. Альба Мода. Цена 159 гривен. Вот такая. 150 гривен. Халаты. Я очень люблю халаты, кстати, на секондах искать. Вот такие вот огромные. Они стоят 1000 гривен. Можно найти, вот, допустим, этот стоит 200 гривен в звездочке. Длинный халат по колено, ниже колена. Поясочек, все на месте. Очень уютно. У меня несколько халатов. Несколько халатов от секонд-хенда. Очень довольна. Юрке даже покупала. Вот такой вот красный. 150 гривен. Тоже приятный-приятный. Такой нежненький. Вот, смотрите, кенгурушка. Помните, я хотела 320 гривен это стоит. Тут уже и расцветка помоднее. Класс. Он такой приятный. Я не могу передать просто. 320 гривен. Ну, прям ну, состояние новой вещи. Супер. Такой еще есть. Тигр. 350 гривен. Юрке можно купить, будет мой тигренок такой. Вот, это уже на ребеночка. Такой бантик. Ослик. Вы смотрите, кстати, хороший магазин, кому там на праздники, возможно, надо. Ну, цена такая же, я думаю, мужской вот халат хороший. Синий в полосочку. 56 размер, очень теплый. Ну что, как вам такой секонд? Я ничего себе там не купила, потому что акцент был у меня на другие секонды, и покупки у меня еще есть. Я вам скоро покажу в новых видео с других секондов. Это чисто такое знакомство было для меня. Я могу сказать, что большая ошибка этого магазина, то, что не при входе магазина, а магазин сам по себе это большой. Они при входе натулылы, как у нас говорят, много стоек с одеждой не очень хорошего качества, уже такой старой-старой, да, потертой, в катышках вся, прям выстиранная. Да, она дешевле, чем та одежда, которая висит дальше, но в то же время, когда ты заходишь в магазин, первое впечатление, вот как я, да, захожу в большой гипермаркет, вижу вещи, меня встречают хорошие, качественные, и дальше там вывеска «скидка». Я иду туда, если мне скидка нужна. А так получается, я захожу в магазин, вижу, что вещи ужасные висят, и мне уже не интересно, что там дальше висит. Это вот их большая ошибка. Очень интересная политика у них, потому что мы не берем вот эти скидочные вещи, а более новые, хорошие, реально там качественные вещи есть, а все почти по одной цене, 150-120 гривен, и скидку делают на кассе. То есть нет такого, что суббота там такая-то скидка там или новый завоз, да, в понедельник такая-то скидка, во вторник такая-то. То есть каждый продавец делает от себя скидку или администратор отдельно, просто исходя из того, что вот человек попросил скидку, да, потому что там даже не написано о том, что можно попросить скидку. То есть даже просто по внешнему виду продавец посмотрит, ага,
вы там одеты хорошо, вам скидочку по минимуму, вы там одеты плохо, вам скидочку по максимуму. Возможно, так. Я не покупала там вещи, я просто спросила у продавца, у консультанта, ну, который там был в зале, есть ли скидки, она мне сказала, что скидки на кассе. Какая скидка? Неизвестно. То есть все на усмотрение, в зависимости также от вещи, мне кажется. Если вы найдете там вещь какую-то с дефектом, мне кажется, скидку, конечно, вам сделают большую, ну, достаточно смысл, да, покупать вещь с дыркой, да еще за полную стоимость. Но мне вот как-то все равно непонятно такая политика. Мне больше нравится, что вот пятница. Пятница, скидка минус 80%, и я все еду по баулам, потому что знаю, что там хорошие скидки в каждом магазине баула, да. Это не сеть, по крайней мере, я увидела только один такой магазин, этот Топ-Топ. Может, он где-то еще есть. Если есть, напишите в комментариях, где вы видели, покупали ли там вещи и как вам вообще такой магазин. Но вот что касается скидок, как-то не очень. То есть вы берете, рассчитываете на полную стоимость и думаете, какую же скидку дадут. То есть вы даже почитать не можете и не можете примерочно почитать и подумать, вложились вы в эту сумму или нет, которая у вас в кошельке есть. Но это как-то не очень удобно. Вот мне очень интересно, какое ваше мнение по этому поводу. Удобная система скидок или нет? Мне лично нет, а вам-то как? Пишите в комментариях. В бауле все более налажено, конечно, что касается скидок, еще раз повторюсь, боже, это, наверное, сотый раз я сказала слово скидки, но в то же время мы их все любим и мы их все ждем, правда? Мне очень понравилось то, что там есть довольно большой выбор халатов, и халаты все такие реально новые на вид, и они прикольные, есть разные эти вот кенгурушки, да, и для детей, и для взрослых, можно для каких-то вот праздников, там, Хэллоуина или еще чего-то там себе найти. Шторы, текстиль есть, большой выбор. Также много аксессуаров, шапок, то, чего не всегда можно найти в бауле, да, там довольно большой выбор. Ну, я сразу скажу, повторю ли я поездку в этот магазин? Нет, я так нечаянно зашла посмотреть и вам снять, что же это такое за новый магазин, да, повторно я не поеду и не буду там специально искать для себя вещи. Вот так вот. Ну, на этом видео буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, я всех крепко обнимаю. Следующее видео будет уже с примеркой, не скучайте.